Всем привет! Мы на футболе, как ни странно. Я Георгий Черданцев, рядом со мной Константин Генич. И, надеюсь... И посмотрим, насколько она окажется эффективной. Состав гостевой команды. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Всем привет! Мы на футболе, как ни странно. Я Георгий Черданцев, рядом со мной Константин Генич. И, надеюсь... И посмотрим, насколько она окажется эффективной. Состав гостевой команды. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Всем привет! Мы на футболе, как ни странно. Я Георгий Черданцев, рядом со мной Константин Генич. И, надеюсь... И посмотрим, насколько она окажется эффективной. Состав гостевой команды. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Всем привет! Мы на футболе, как ни странно. Я Георгий Черданцев, рядом со мной Константин Генич. И, надеюсь... И посмотрим, насколько она окажется эффективной. Состав гостевой команды. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. И наш матч начинается. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Роберто Торрес. Есть вариант для паса. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Нельзя здесь мяч терять никак. И пробил он поворотом. Это угловой удар. Нет, не получает эта атака развития, и придется начинать все сначала. Из-за боковой будут мяч в игру вводить они. Роберто Торрес. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграно.
Мяч перешел к другой команде. Смотрим за атакой. Стремительно она развивается. Франсиско Хименес. Можно забивать. Отлично.